Всем привет, дорогие зрители. Так, нашел я трехкомнатную квартиру 2 плюс 1 под ключ в самом центре Махмутлара, около LC Вайкики. Ключи от этой квартиры только у меня, так что посмотрите квартиру, потом позвоните мне и купите. Так, проект был сдан в 2019-2020 году. Здесь у нас субботний рынок. Проект находится на 4-м этаже, он не крайний, тут 5-этажка. Так, здесь немножко дождик. Сторона западная и северная. Есть у нас открытый бассейн, который я вам потом покажу. Генератор, беседка. Ну, все покажем. Так, вот такой вид у нас с балкона. Этот вид не закроется. Этот вид тоже у вас не закроется. Вид также на горы. Ага, покажем балкон. Вот такой у нас балкончик. Где-то 6-7 квадратных метров. И с этой стороны покажем. Вся бытовая техника новая. У нас гостиная комната, совмещенная с кухней. Вот, большая гостиная комната. Кондиционеры фирмы Westfrost, инверторные. Это 18 тысяч BTU. В спальнях у нас 9 тысяч BTU. Так, у нас Bexel, индукционная плита, вытяжка и духовка. Угу. Профило холодильник. Покажем окошко. Шторы, все, как мне сказала хозяйка, все дорого стоит. Телевизор хозяйка заберет. Ну, хозяйка тоже моя уже подруга, скажем. Часы. Ой, прическу забыл исправить. Так. Здесь у нас прихожая. Стиральная машинка Westfrost. И тут нужные вещи. Так, покажем первую спальню. Так, да, почти 12 квадратных метров дополнительно наша спальня. Ну, платяной шкаф. Да, так открывается. Не сломал. Угу. Вот кондиционер Westfrost. Покажем отсюда вид с окошка. Там у нас субботний рынок. По субботам. Угу. Интересно, что такие. У нас этот первый санузел. Стоит проточный водонагреватель фирмы Veito Electronic. Центральная система обогрева воды. Душевая кабинка у нас большая, не маленькая. Угу. Здесь у нас спальня 15 квадратных метров. Санузел хозяйской спальни. Тоже большая душевая кабина, не маленькая. О. Вот потолочек тоже покажу. Видели? Тоже шкафчик. Такой интересный. Угу. Утюг фирмы Стилевс. Зарядное устройство фирмы Samsung. 10 тысяч маш. Быстрая зарядка. Но это она заберет.
И здесь у нас, оказывается, есть еще один балкон, который я только что увидел вместе с вами. Я думал, здесь один балкон. Где открывать? Вот у нас второй балкончик. Это не снимать. Вот здесь у нас бассейн, который я вам покажу, как спущусь вниз. Вот такой фасад здания. Там у нас улица Барбаросса, расстояние до моря 200 метров, скажем, 210, 100 отсюда и 50 оттуда, 100, 150, 200, окей, 200 метров. Самый центр, башня часов у нас в той стороне, где-то отсюда 150 метров, прямо если идти по Барбароссу. Так. Итак, самые главные. Цена этой квартиры 105 тысяч евро. Айдат 200 лир. Звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Звоните в основном WhatsApp, потому что я там в основном сижу. В Telegram по вечерам захожу. Плюс 90-555-064-91-10. Не закрываем ролик. Мы спускаемся вниз. Я вам показываю инфраструктуру, лифт и мою тень, которая за мной бегает. Вот такие у нас двери. Коридорчик. На этаже 2, 4, 6 квартир на этаже у нас. Вызовем лифт. Лифт прибыл. 8 человек может вместиться сюда, если не обниматься. Вышли мы из лифта. Здесь у нас сауна внизу и фитнес. Угу. Она работает. Вот теннисный стол и фитнес. И здесь сауна. Чем? Вот такая сауна. Не знаю, по каким дням, но работает. Теперь выйдем во двор. Покажу я вам бассейн и территорию. Вот у нас вход, там парковочные места для лелисопедов. И здесь вот такой бассейн. Детский бассейн. Душевая часть, генератор и беседка. Это как зона барбекю. А здесь у нас вход. Тут Бургер Кинг известный, который находится в Махмутларе. И там у нас открытая парковка. Еще покажем фасад здания, чтобы зрители успокоились. Вот такой фасад здания. Можно также тут балкон застеклить. Берем телефон и звоним. Плюс 90-555-064-91-10. Услышите мой голос. Всем желаю радости, добра, благополучия. Всем пока-пока.